Здравствуйте, меня зовут Медведев Евгений. Вот, собственно, очередной короткий видеообзорчик по автомагнитоле Mitsubishi Outlander. Новый Lancer, новый ASX, L200 и Pajero Sport. Короче, все Mitsubishi, вот такая магнитола, универсальная Mitsubishi-овская, уже правильнее будет называть. Экран 6,5 дюйма, здесь встроенный микрофон, здесь встроенный ИК-приемник, слоты под карточку, один здесь, второй вот здесь, и кнопочки, и крутилки. Как видите, погода солнечная сейчас, дисплей у нас очень яркий. Меня, конечно, видно, но картинка очень даже читаемая. Так, вот тут вообще даже язык не поменял. Сейчас, одну секундочку. Так, я видеообзор снимаю, просто осмотр устройства. Если нужны детали, как вам пользоваться и хотите познать его, то на моем видеоканале есть плейлист «Карпат 3 видеоуроки». Там я все рассказываю, показываю. Сейчас в ближайшее время надо видео снять, как рут-права поставить. Вот такие мне больше нравятся пузырики. Сейчас виджеты накидаю. Радио. Музыка. В комплекте идет карточка с полезными программками от нашей компании. А вы ее можете вставить либо сюда, либо сюда. А еще также дополнительно два порта USB на жопе автомагнитолы. Здесь переднего USB нет. Сейчас гляну. Да, USB переднего нет. Ну и слава богу. Передний USB — это извращение. Так, по колодке. На тестовом образце, к сожалению, нет адаптера под камеру. Я имею в виду 6 вольт. Вот такой разъем там должен идти. У нас техноту по установкам посмотрите. У кого, если другие даже магнитолы покупают, нет адаптера. Распиновка вот этого кабеля есть. Также вот колокольчик. Должно подключаться вот так. Адаптеры в массовой продаже будут, но сейчас нету. Простите меня, пожалуйста. Так, я кладу питание. Вот сюда мы заводим питание, вот так, черный. Вот так вот. А вот сюда мы подключаем колокольчики. Вот так вот, черный с черным, красный вот с этим беленьким. А штатная камера 6, питание у нее диапазон от 5 до 13 вольт, магнитола выдает 12. В принципе, ну, правильно использовать 6-вольтовый адаптер питания, ну, можно и напрямую подключить, ничего страшного не будет. В комплекте идет канблок, камера сигнал идет по коншине, поэтому в автомагнитоле должен быть этот канблок. И кнопки на руле, соответственно, также будут работать. Вот USB, еще два. Получается, раз, два, 3, 4 носителя можно подключать. В комплекте внешний микрофон, GPS-антенна, iPod кабеля, USB и два удлинителя для вывода в бардачок. Да, не забывайте болты транспортировочные выкручивать перед установкой. Это у нас приглушение яркости, это запуск эквалайзера. Экран мультитач, инкосной. Наверное, все-таки жалюзи надо закрывать. Так, ну я вам покажу, видите, матрица очень яркая, сочная, картинку на ура вытягивает. Посмотрите по радиоинтерфейсу, пожалуйста. О, Никит, спасибо. Вот, вот, вот так, отлично, все. Ну, собственно, все. Я уже выдохся, честно говоря, на видеоуроках, рассказывая вам об аппаратах, о деталях. Поэтому вот эти короткая серия видеообзоров, она просто для ознакомления. Внешний вид, устройство, комплектация и так далее.
Так, Wi-Fi будет встроенный в массовом производстве. На образце сейчас пока внешний свисток. Ловит лучше, но порт занимает. Да, я сейчас, наверное, на следующем видео уже сниму видеоурок, как поставить рут-права на данное устройство. Это, конечно, не официальная версия, но все этого хотят, поэтому лучше сделаю, покажу, расскажу, чем нежели вы будете сами мучиться. Спасибо, до свидания. Наш сайт redpower.su. Это Карпат 3, 180 серия.